привет. Ну что, настал тот день, заканчивается пчеловодный сезон, откачиваем в последний раз, или как правильно сказать, кому как, крайне, наверное, в этом году. Ну, я в эти суеверия не верю, в этом году последняя откачка. Значит, качаем мы подсолнух с гречкой или гречку с подсолнухом. Уже, как видно, идет нападочек, причем неплохой. Ну что сделаешь, приходится откачивать. По-быстренькому выбираем рамочки. Мед пахучий, вкусный. Уже первая партия пошла. Рамки, конечно, не так запечатанные, как на липе. Ну, все же нормально. Вот такие рамочки. Ладненько, сейчас мы прервемся, потом продолжим. Ну вот видите, что происходит. Осень, начался нападочек небольшой. Вот это вот семечко, тоже откачанное. Было три магазина, один оставил. Здесь тоже один. Вот они. Вот корпуса поснимал. Ну что, будет взяточек небольшой. Ну это уже на их нужды пойдет. А так мы сейчас пойдем посмотрим, что мы там качаем. Заходим в наш вагончик. Вот такой медок. Гречка и подсолнух. Вот оно видно. Покажи, покажи, стой секундочку. Вот, где гречка темная и пожелтее, это подсолнух. Вот такой мед. Мед темный, пахучий, вкусный. Сейчас клевать будем. Такие рамочки полномедные, запечатанные, но краешки чуть-чуть недолитые. Ну, осень. О. Вот такой медок льется, вкусняшка. Жарко, сливается быстро. Вторая загрузка, будем крутить. Ну ладненько, будем работать. Всем пока-пока.